Всем привет! Сегодня прекрасный день Святого Валентина. День любви и светлых чувств. И мы считаем, что это повод поговорить о любви. Да. Сегодня у нас такая будет интересная рубрика. Будем отвечать на некоторые вопросы. Итак, перед нами лежат такие листочки, как вы видите. Каждый завернутый. Вот, и мы будем брать по одному листочку. И во время этого мы будем отвечать на вопросы и одновременно украшать торт от Саши Гаврильевой. И прежде чем мы начнем играть, мы сейчас сыграем самую распространенную игру «Камень, ножницы, бумага». И тот, кто победит первым, он берет себе кусочек, который ему больше понравится. О! Мы кайдем. Ага. Ты берешь первый кусок. Я хочу украсить торт. Очень красивый дизайн, и мне для этого нужен белый тортик. Выбирать право второго куска достается мне, и я хочу выбрать себе ярко могу. Мне нравится красный бархат, как раз под цвет моего платья. И... Последний сладкий. Каждая выбрала свое. И сейчас мы начнем украшать и в то же время отвечать на вопросы. Та-дам! Начинаем. Давайте справа начнем. Ну давайте. Сархо выбирает себе вопрос. Толкио надо. Что для тебя важно в твоем человеке? Мин Бова прогнан кайдайдам. Обсайнан. Мин эрки толган на она хавилёк. Мин ся видео файдик. Аз гиддики минанар. Киняха Бова тоуралар минанар. Бирало. Мин неме ануттан на юрэмдэн. Колбра. Санам тэмбрам, хамайон хамзэр тэгэммэр кэйнэй юэрдээрэй унэр. Тэгэрэ бэлэгтэн ду, тэгэрэ оңорон ду. Эбэтэр тэлэнан кэйнэй аян, айдэн, сүргэвэн кэдэгэр болохтэрэнэн ага юэрэмэдэ. Для меня важно честность человека, то, как он со мной обращается, кэйнэм яхасы гэна, кэйнэм яна вунават. Бэрта джин то барэнэн. Кардоломете, он калян. Хаир. Ну такие поступки. Я человек, который любит природу, очень любит животных, поэтому я бы предпочла очень доброго человека. То есть он должен быть для меня добрым, толерантным. Я бы в первую очередь оценила бы его искренность, потому что для меня это одно из самых главных факторов, чтобы он был воспитанный, добродушный. Какому подарку на 14 февраля ты бы обрадовалась? Это мы кала, то хором на сюрприз крутых морр, типа своими руками. И тренер бавили сюрприз тарбарвало, но там мы на это куманан крияни, то хором на загадкалах, на кого случай бавили, хотели резать. Это Лера, короче, Олег. Сегодня ужинаем. Трен ванта, но... Ага, ну кинь куда тортика, супер. Но я день 14 февраля на Ханне, то что... Добра не тебе на опыт, чтобы мне дали какие-то большие подарки. А ты вторая, например, Уже другая, не понял. Обязательно цветы, потому что я очень люблю цветы. Эх, пионы. Красные розы. Я не имею красные розы. Не, ромашки. В данное время я очень хочу наушники новые. Это либо AirPods, которые новые, дорогие, либо Marshall Major 6. S6, типа. Если есть человек, возможно, что-то не Я бы обрадовалась, например, такому не то чтобы подарку, а романтическому свиданию на воздушном шаре или прыжок с парашютом вместе, например. Именно такое действие, которое нас бы объединило еще больше, и мы бы шли бы рука об руку и как бы преодолели бы все свои страхи. Мен банальный магаи подарок говорю, это свидание,
она для меня эстетичный бай, ресторан или кафе. Она разговор по душам. Мне как все время нравится люблю. Она окей, вот он. Утро порцион, как все в столовой. Это для меня... Трешбай. Да, лето. Расскажи про самый запомнившийся подарок. У меня это было на день рождения. У меня день рождения 15 апреля. И эти прекрасные девушки присутствовали на моем дне рождения и украсили этот вечер. И... Ну, для меня было впервые такое, ну, в смысле, была впервые такая атмосфера именно с моими родными людьми, с которыми мне еще нужно будет идти долгий путь. И я обожаю наши посиделки, и для меня каждый раз наши посиделки — это подарок. И поэтому вы сами для меня подарок, в общем, всегда. Поцелуй! Ну ладно, расскажу про подарок, который сделали мне на Новый год. Я очень хотела пижаму домашнюю, именно на кучу бадугу. И мне его подарили. Я очень была рада этому подарку. То есть подарили именно то, что я хотела. Мне хала на беде тох подарок на утро. Своими руками мне эльга. Мрихтевда, на кучу бадуг. Книги курдук могут это. С нашими общими фотографиями. Уярген. Стихи про меня, вид на воспоминания, жесткая трогательная, Гиру на парфа, да? Я мы запомним. 60. А себе по-другому я ногу другу могу, да? Я по другому могу, да? Я тебе по-другому могу, да? Только иногда я вижу подарок, а мне я дам хавду, а жидам. А жидам хавду, 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 Мен уйе бүрөтүндө. Мен тракмер ичине уй жоско бүтөрүн болуч. Хавай деген ким астынан кеңер сүйттер, энди говорис кун бүтөр, эми мен ворадан алдыр эле шартты. Аны типа омуранды кымрандар. Ара бүтөр уй микроско деген тирер. Ошо. Аны бир баксыбыз. Мен хамай-хамай өйден қалып бәләған үрі болар. Бір күн олар бұдым, үйге, ану, ана тоға тағадыр. WhatsApp-қа, аудио-қа біде. Вау! Бұ әйеға анан үрі үйден тұрды. Болды. Сгрәді. Олар аға бүйе осторио өткістерді, ану, тұларын істерістерді. О май, ты она. О май. О май, Афрели. Вау. Так ты не молода. Чувствован просто Али. Он типа, меня един осколок, кажется, остановка, а мне един. Да, типа такого. Остановка, когда тебе сделала остановка. Ага, ну что, вот типа, меня един. Ага, круто. Ребята в Твиттере, в общем, нам уродовают. Крутой девочка. Сюда лично. Он дает нам палы. Он на кихе и им пойдем. И еще идти к сану, он тебе там джанна и дивен не упай. Больше подарок тоже. А больше дает вам пути. Горн и бутер хавал. Яра, наконец-то! А, наконец-то, мам, это было надо было из меня начинать именно. Бибара хавал, тэнда хавал. Твой идеальный тип знаменитости. Мой идеальный тип, это, наверное, уже многие знают. Это Мин Юнги, Шуга из BTS. Тут Джигина. Я не знаю, мне нравятся серьезные парни. Ну, тут смотри. Серьезность в человеке. Немного холодность. У Юнги очень красивые пальцы. Это вау! У меня фетиш, знаете, на что? И он рэпер, я люблю рэпера. Что мне нравятся парни? А, да? Ага, кто это? Просто он харизматичный, бегин, просто дарен. Трэйс. Короче, ну. Кара вторым, кара рэпер. А, да? А, без век нравится? Глаза без век нравятся. Я на цвет глаз, кстати, люблю смотреть. Мне нравятся зеленые либо блюхо-блюхо.
Так что Инкурс Эмбрамбау. Мой идеальный тип из знаменитостей. Экс-участник группы GOT7, это Джексон Ванг. Я начала увлекаться его творчеством еще в далеком 2019 году, летом где-то. В июле, в августе я узнала об этой группе, и первый взгляд у меня пал на Джексона сразу же. И это стал мой любимый айдол, краш. И вот. И фетиш у меня тоже кисти рук и Бартаман Нектемер была от тебе. А, да? Короче. Это главное, не внешний витерный бардакун. Харизматичный лотерный бардакун. Ширен и Гюпитер. Вот такие вот дела. А да, мне крутой такой вот, да? А мне, короче, мы внешне разговаривали. Видите, по поводу тренера разговаривали. Антон, о, когда я меня по опыту погала, он на внешности играет на. Гуляна как-то нагадывает и кен бирки не любит. За что? Мен кинде внешне та не говоря, там гад себя на наристере там хэп. Она мен более идеал бар Джей Би барсар. Он Джексон Ванна, он на крахой день не кабетем. Он то сала как то игра как бы там. Он на кадай культуру там яха мрачно сплавал там иске. Он на закинде олон как-то бельсен, хаян, кине нырк крутой кихи эбит тем бибидим, он нам хавляет. Бядин да тутун тухугар нырк лялир, нырк охсухар инде укуду, он на кадайдартан бир хаама бирдар ырыхат бутта. Ну, мен жигнен юнгине просто за внешний состав готова. Я нашла утешение в его творчестве. А ты им бит джиннер, Джон Джон Курдук иногда бывают трудные моменты и в жизни. Он на его творчество очень сильно поддержал меня. И с этого момента я начала интересоваться им как интересоваться его жизнью, чем он занимается и так далее. Все так серьезно. В общем и целом, главное не внешность, а что внутри. Любимая песня о любви. Именно Олены Хэбэнтон. Кристина Перри A Thousand Years. Ох, не дарят, эй? Стивки? Кристина Перри. Кэти Перри. Кэти Перри. Кристина Гилера Бэй. Кто хочет на атак название? A Thousand Years. Ларик Мэри. А так, у каждой ситуации, у каждой проблемы на романтической тоха обязательно не ассоциируйся на рыла в Оларде. Хай, стихи не бихал. Ой, не слава богу, не бихал. Уже выбрала им. Мин, боку вен, хамаре с тебе. Икс чо про любовь тенера. Нашара, нах сорды. Любовь это же очень за сердце чувство, да. Он ранее так помехал, но я и так конечно. Моя любимая песня любви – это из репертуара нашего якутского исполнителя Кеджа Махтанова Тленера. Я жестко ее обожаю, особенно его речитатив. Вот это вот будет он, да, и ну, вот это вот. Уже... Дигмен, это ха лёх рынэн любин, ха, про любовь, но сейчас я бы хотела сказать, что в данное время я работаю, мы работаем над нашей новой песни, которая также будет про любовь. И сейчас она в моем сердце. Вау! Расскажи про свою первую любовь. Моя первая любовь была еще в детском саду. Мне было 6 лет. И его звали Алеша. Я сейчас помню. Алеша, где ты? Хотя я его жестко топтала по Эдиан Халбатун. Но это действительно моя такая первая любовь. Уже так толтуна. Перечувствую дамбар вот этим. Но поэты. Первое детское серьезное чувство. Я в конце расскажу. Моя история долго-долго. Меня трюган мос. Мин мастига тапталан ген крахаджан хавай хаблю кадбит лобн. Консерва. Бидрэнэн зер бир уолларда крахавай бахай. Эпидем не маган крахаджан мун нешная разговаривали демен. Эти дяхпан хэшэ маган. Он азимын кутэ эльген бир уолла хамляя сутты.
Ой. Тоже я наверное, типа, мы будем МТС, идем в парк. МТС, Тобто не враждає нього. Просто на легке, который он, просто основает ради продажа. Он много энергичнее, бай, если им скоро какие-нибудь дни подарок. Просто прикол бы, да, любовный треугольник. Ага, реклама магазин. Мені, коротше, то пайлотер карандаш. Ще й пайлотер, мене реально, мене і сценарі, наробічка, тора за ЗОЖ і пайлотер. Обов'язково вже на болтах, а ми ще голаємо так. А ми спортсмен, а ми будемо аргулювати, лахтувати. Ми беремо золочку до коротим, як завжди. Вәрәк мәле һәрдем менәк, нәхәткә хайыка. Аны үмдем белән бары бергә нур сер битәр күрсәбез. Аны сәбәк ни тиен кедер, ми тиен кедер. Золушка и принц, инде җир бестәләр. Анда ул гына чәй дип принә. Нәшә ул. Ах, моя очередь, да? Моя первая любовь случилась, когда мне было 15 лет. Мы с этим мальчиком в детстве очень часто ругались, дрались. А? И самое интересное то, что я его встретила до школы. Мне дали впервые деньги, чтобы я смогла самостоятельно сходить в магазин. Там 10 рублей и 5 рублей. Там деньги и по улице бежала. И там УАЗик стоял. Хлеб, буханка. И открывается дверь. И там сидит такой маленький мальчик, рыжий, с веснушками, семечком. И жует семечки. Он говорит, эй, и где-то кто-то минит. Мы познакомились с ним, как Сережа Винделита, вот я Винделита, и короче так. И вот в следующий раз уже мы увидимся в школе, и уже не те дружелюбные отношения, уже начали там. Он дразнил меня часто, я прям его ненавидела очень сильно. Прям... Мои подруги помнят, как я заплакала и громко кричала. Я никогда не полюбила такого мальчика, как ты. И вот уже подростки, он в то время уехал в другую школу переехал, и обратно в ту же школу вернулся. Где-то, когда учился в 10 классе, была. В те времена у мальчиков уже были длинные волосы. Ну, мода на длинные волосы, с челкой. И вот Джастин Бибер. А, вот мода Джастин Бибер. О, ну коромбарамбан. О, нифига, не надо. Через год он начал, как бы сказать, ухаживать иногда. То есть проявлять интерес. И он даже, чтобы быть рядом со мной в школьный хор Галинки Пите. И так. Ну, постоянно ненавидели, он тоже любил это. Ага. Ну, как-то так. Знаешь, каким ты представляешь свое идеальное свидание? Наверное, как и все девушки, как большинство девушек, как все. Я бы хотела сходить на свидание в Париж. Идеальное свидание, оно бы прошло в Санкт-Петербурге, в моем любимом городе. Я считаю его самым романтичным городом, мой любимый город – Санкт-Петербург. Вот, я представляю по Невскому проспекту гулять, даже в том же торговом центре галереи. Это уже для меня очень романтично, особенно по в центре. Ну, там действительно очень романтично. Не хвала джевер. Я уже не люблю. Та тільки мен тепер орар і не хочу. І на хабу, і на хабу, і не хочу. Ага. Че? Та, конечно, ніг от ніг варар не романтична. Нові емоції, нові ощущення, нова картинка, нова атмосфера у воді. Віри чула я в будь-якому случаї. Вот. Ну, я реаліст. Я реаліст. Мені все нравится. Мен ідеальне свидання баштоюгос. Уютный бағайтык таптыр кейін күтті таптал тұғынан кейіне кара-кара мені диванға нұрғы уютный диванға қаталы тұнды мінен пицца, суши и мед күтік үшен на уюте барды. Идеальное свидание бір бен идеальный орын бір месті даңын локация даңын болын ән бен түбірі орады осмолық дұбарлығына онытты болар. Мы закончили украшать наши тортики. Да. Вот это там, это там.
Pinterest тордун гэдэг тийм. По трендам ээж. Ну тордун бол ана манай шидик докотна I love you дим бар. Аа. Энэ гэрдэг гэрдэг татам. Оно вы сердечко вам оно повсюду гулач. А что это? Торт называется «Люби меня, люби». И последний – это мой торт. Это наш, ну, это символ наших фанатов. А это Айен. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш видеоконтент с разговорами. И, наверное, вы уже догадались, что мы сделали тортики не просто так. Мы собираемся провести розыгрыш среди вас. Необходимо будет написать, что означает для вас любовь, и мы выберем одного из вас. Только один счастливчик. Это можешь быть ты. Принимайте участие, пишите в комментариях, что для вас значит любовь. И спасибо за просмотр. Пока!